Офис на Новоспортивной – головной. Здесь в период пиковых нагрузок, после выхода очередного единого платежного документа, могут принять до 200 посетителей в день. Лариса Лазутина лично убедилась в качестве обслуживания жителей. Я так понимаю, новый вот здесь вот такой материал. Основные моменты здесь все для того, чтобы можно было все вопросы жителей рассмотреть. ЕПД, единый платежный документ, которым оперируют в расчетном центре, постоянно совершенствуется. В нем появляются новые графы и новые услуги. Нам бы хотелось, чтобы жители наши узнали о том, как будет расширяться перечень услуг, чтобы каждый житель, придя сюда, мог бы заплатить и за другие виды обслуживания. Это основная задача – сделать обслуживание жителей по Московской области единообразным, стандартным и удобным. То есть объединить множество платежных документов, которые приходят на одну квартиру, в один единый платежный документ, чтобы житель имел возможность оплатить по единой квитанции по всем услугам. К этому и стремимся, потому что мы прекрасно понимаем, что люди многие работают, кто-то учится и так далее, поэтому сокращение времени и, в принципе, предоставляемых услугах, конечно, каждый из наших жителей выиграет время. Усилия предприятия, сосредоточенные на улучшении обслуживания населения, повышении прозрачности коммунальных платежей и снижении задолженности жителей перед управляющими компаниями и поставщиками услуг. Мособл-ЕИРС работает на территории Одинцовского района с 2015 года. Проведена очень большая работа в части повышения качества услуг, в части проработки всех аспектов включаемых платежей в квитанцию. Сейчас в квитанцию включены услуги ЖКХ, плюс добавлены услуги по электроснабжению. То есть раньше Мособл-ЕИРС обслуживался только управляющих компаний, теперь туда входят и услуги энергетиков, то есть Мосэнергосбыт также включает свои строки в квитанцию. В ближайшее время Мособл-ЕРЦ планирует в Одинцовском районе добавить к 5 уже действующим еще 18 хорошо оснащенных и оборудованных по единым стандартам офисов по работе с клиентами. В идеале для посетителя время ожидания не должно превышать 15 минут. В этом офисе оказываются все возможные услуги, консультации клиенту и принимаются заявки на все, опять же, услуги, которые могут быть оказаны Мособл-ЕРЦ. Это установки счетчиков и другие сопутствующие услуги. Собственно, достаточно удобное расположение в шаговой доступности от транспортных узлов и от больших населенных массивов. По словам руководства Одинцовского управления ЕРЦ, собираемость платежей сегодня достигла 95%, что можно считать очень хорошим показателем. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».